Яке кончене. Вот вам боевой раст. Ух! Хаос! В хаос движемся! Мы отряды Пухина. Обращаемся к тебе, Илон Маск. Мы слышали, что там у тебя что-то не получается в Америке. Так вот мы тебе предлагаем приехать в Россию. У нас прекрасная космическая отрасль, очень развита. Забирай все свои документы. Забирай все свое богатство, что ты там нажил, иначе у тебя его отберут. И приезжай к нам в Россию. Мы вас ждем в России. Здесь большие возможности откроются для вас. Здесь осуществится ваша вся мечта жизни. Желаем вам здоровья, удачи. Приезжай в Россию, ты нисколько не пожалеешь. Здесь у тебя большие возможности. Мы русские. Ждем тебя. Какой восторг. Дальнейшее расширение инфраструктуры Североатлантического альянса для нас неприемлемо. Ну, хочет Финляндия или Швеция в НАТО. Ну, хочется им, пожалуйста. Я решил лизнуть американцев в одно место. Сказочный долб. Зачем его только из больницы выпустили? В Росії, якщо тепер щось урочисто відкриває, то це завжди якийсь лютий крінж. С выносом знамени и оркестром так открывается новый музей в Красноярске. Он находится на железнодорожном пути вдали от ЖД дорог общего пользования. Все неспроста. Новая музейная экспозиция расположена в вагоне для перевозки осужденных. Теперь не только сотрудники ФСИН, но и красноярцы смогут посмотреть, как происходила история конвоирования, как выглядели вагонзаки раньше и сейчас. Так, це не першоквітневий розіграш. Вони реально відкривають пам'ятники репресіям. Всі красноярці тепер можуть подивитись, в чому вони мандруватимуть Росію, якщо, не приведи Боже, скажуть слово «війна», а не «спецоперація». Прежде чем зайти на экскурсию, отец Родион Петриков провел чин освящения нового музея. Ну а дальше по традиции – разрезание ленточки и, конечно, самый главный атрибут всех масштабных событий ГУФСИН – выступление карабинеров. Ну вот не знаю. В голове одного человека существует сразу несколько реальностей. Медики, вот как это называется? Первая версия реальности. Мы подняли свои беспилотники, видим, что буквально 3-4 минуты они нанесут удар по нашей территории, по российским войскам, которые остались после учений. Скажите, пожалуйста, на моем месте ваше решение. И 4 минуты, и они нанесут удар по российским войскам, которые остались после учения. Зафиксировали. Да, и можно о своем решении на вашем месте я скажу позже, в конце видоса. А теперь обещанная версия реальности номер 2. Сразу предупрежу, слабохарактерных и особо впечатлительных просьба отойти от экранов. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез. Так только не ржать. О, мы с вами здесь серьезные вещи обсуждаем. Вторая цифра, которую мы фиксируем, это цифра за 6 часов. Как 3-4 минуты или за 6 часов. А и в первом варианте там еще беспилотник наш взлетал. Я так понимаю, пересекал государственную границу Украины и летал над ее территориями. Пересекал, в смысле нарушал. А иначе как вы засекли ракетные дивизионы на расстоянии 15 километров от границы? Ну видите, вот я тоже говорю, что тогда украинский беспилотник это ну самый наименьший зол. Будь моя воля, я бы только беспилотники запускал в качестве разведки. Это ж не ракетами по соседней стране ебнуть. Некоторые скажут, ты что, самый умный? Может, человек оговорился. Понимаешь, сдвинь корону на бок. Ну что ж, как скажете. Так пойдет? Я, если что, ее даже снять могу. А вот у этого товарища с царем в голове, это вряд ли получится. Да, я обещал озвучить решение, если бы я был на вашем месте. Решение очень простое. Никогда не нужно собственному народу пиздеть. Мы бюджет рассчитываем не в долларах, а в рублях. Упала стоимость рубля. Он немножко обесценился. Ну, На треть, на 30%. Вот смотрите, мы раньше продавали товар, который стоил 1 доллар. А получали за него 32 рубля. Мы продали товар, деньги приходят в рублях. 32 рубля получили. А теперь товар продали на рубль, а получили 45. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились. Американский генерал призвал приостановить членство Литвы в НАТО. Об этом рассказали в программе «Вечер» с Владимиром Соловьевым, которая выходит на телеканале «Россия-1». Тут вот есть такой трехзвездный генерал Роберт Джефферсон в Пентагоне, который сказал о том, что нам надо будет, видимо, статус такой временной приостановки членства разработать. Понятно, о ком говорю? Идет речь о Литве.
Возможно, что такое вот временная приостановка членства, потому что если Литва сейчас нажмет, то тогда это, возможно, приведет к Третьей мировой войне. А мы к Третьей мировой войне, как показала операция на Украине и показала действия российских войск, в полной мере не готовы. Мы стали искать, что же это за такой трехзвездный генерал из Вашингтона Роберт Джефферсон, и обнаружили, что его попросту не существует. Эту персону выдумало сатирическое издание «Панорама», все тексты на сайте которого представляют собой пародии и не являются реальными новостями. Бригадный генерал армии США Роберт Джефферсон в эфире телеканала BBC предложил временно ограничить права Литвы в рамках НАТО. В противном случае позиция Вильнюса по транзиту грузов в Калининградскую область может привести к полномасштабному конфликту между Североатлантическим альянсом и России. Джефферсон заявил, будто Литва провоцирует Москву и ставит ее в такую ситуацию, в которой даже обычная неагрессивная страна задумалась бы о силовом решении вопроса. К тому же сатирическую новость «Панорама» сопроводила снимком вполне себе настоящего, правда, генерала в отставке. Это 37-й комендант корпуса морской пехоты США Роберт Неллер. Возможно, если бы гость Соловьева мог критически оценивать информацию, то не стал бы распространять фейки в эфире государственного российского телевидения. Собственно, за что и вручаем ему премию «Пиноккио». Конкурс на самый ужасный школьный туалет прошел в России в конце мая этого года. Акцию «Терпеть нельзя учиться» в России проводят уже четвертый год подряд. Школы присылают описание своих ужасных туалетов, и несколько из них компания-организатор ремонтирует за свой счет. А остальным дарит годовой запас средства для чистки унитазов. Вот что написала в заявке администрация одной школы-участницы конкурса. Туалет для мальчиков на втором этаже нашей школы напоминает кадры из советских фильмов. Покрашенная плитка, унитазы без перегородок, вечно текущие краны. Но, тем не менее, руководство учебного заведения считает, что Кремль заслуживает поддержки. И уже 9 мая дирекция выстроила своих учеников в свастику Z. Конечно, это же куда проще, чем туалет починить. И Кремль ответил соответствующе. Правительство нашло 1 миллиард рублей на закупку в школы флагов России в рамках проекта «Патриотическое воспитание граждан России». Конечно, их можно развесить вместо перегородок между унитазами. Но не туалетами едиными. Весной этого года в России стартовал всероссийский конкурс патриотического рисунка для юных художников. Они соревнуются в номинациях «За победой», «Сила в правде», «Мы против нацизма» и «Вечный огонь, вечная память». Важно отметить, что конкурс проходит при поддержке отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Священного Синода Русской Православной Церкви. Но чему тут удивляться? Русское духовенство вообще докатилось до того, что проводит свои спортивно-патриотические конкурсы. Например, соревнование «Святой воин», которое прошло во Владимире. Участники во имя Христа упражнялись с оружием и метали гранаты. Кстати, о метании снарядов. В Пермском крае уже более 10 лет проходит чемпионат по метанию коровьих лепешек. Веселый коровяк. Сегодня, когда Россию отстранили едва ли не от всех серьезных спортивных мероприятий мира, спорт здесь становится вот таким уникальным. Метание дерьма или вот, к примеру, еще более странный чемпионат. Объявляю первый чемпионат мира по месячным в Чувашии ко дню женского здоровья. Сдай больше всех месячных, поделись этим видео и выиграй 100 тысяч рублей. А для пловцов городской сплав на резиновых надувных женщинах, который проходил в Новосибирске. Участники веселых стартов плыли в обнимку с партнершей, ухватившись за искусственные волосы. Что касается конкурсов для детей, то один из самых популярных в России – по сборке и разборке оружия. Это военно-патриотический клуб, где таким образом развивают мелкую моторику пальцев. Это как собирать лего. Я тоже развиваю свою мышечную память. Военно-патриотические конкурсы проводятся среди детей, чтобы мотивировать их идти служить в армию. Но мало ли,
у нас начнется война, то я добровольцем могу пойти на нее, потому что я готов отдать свою жизнь за свою родину. А пока дети готовятся умирать, взрослые готовятся украшать их могилы. В Новосибирске знают толк в развлечениях, там прошел конкурс по украшению могил. Команды должны были украсить могилы с помощью декоративной плитки, живых и искусственных цветов всего за один час. Жюри оценивало технологию и дизайн. Организаторы считают, что такие соревнования очень важны, ведь они меняют восприятие мест захоронения. Мол, на могилах с таким красивым дизайном не будет места для скорби. А чтобы кладбище окончательно укрепило свой статус спортивного комплекса, здесь же провели соревнования по скоростной копке могил. И это не какой-то региональный, а всероссийский конкурс. Для его проведения посреди пустыря выбрали место, оградили ленточками, а возле разметки будущих могил поставили несколько деревянных гробов. И, конечно же, пригласили телевидение, чтобы запечатлеть этот могильный беспредел на камеру. Подскажите, пожалуйста, еще раз, получается, у нас значит, ноги здесь? Значит, у нас здесь ноги, да, там у нас голова. Да, размеры у вас вот они стоят. Измеряете. Так, начинаем. Участникам были заданы специальные параметры ямы. 200 сантиметров в длину, 80 в ширину и 160 в глубину. Жюри оценивало технику исполнения, размер могилы и ее аккуратность. Сейчас команды заканчивают уже свое задание, и мы начнем. Жюри начнет оценивать качество их работы. Вам такой конкурс может показаться странным, но организаторы всерьез заявляют, что это соревнование имеет важную цель. Показать, как это вообще происходит, потому что немногие видели это воочию. Что ж, судя по тому, с какой скоростью и в каком количестве русские солдаты гибнут на войне в Украине, профессия могильщика в России действительно может стать одной из самых востребованных. С отстранением России от большого спорта здесь наблюдаются удивительные тенденции. Местные власти придумывают самые глупые состязания, лишь бы народ не возмущался. А поскольку народ обнищал, победители будут рады даже такому призу, как футболка или канцтовары. Да что там, в период санкций даже листок А4 роскошь. Для правительства же дурацкие конкурсы – это самый дешевый способ манипулировать массами. Ведь если присмотреться, то большинство соревнований в России направлены на подготовку граждан к войне и жизни в полевых условиях. Чего стоит конкурс на лучшее содержание бомбоубежищ, недавно объявленный в Брянске? В развлекательной форме они учатся метать дерьмо и гранаты, стрелять из автоматов и глумиться над жертвами. Но ведь исторически доказано, в цивилизованном мире всегда побеждает правда и здравый рассудок. Поэтому на войне в Украине русским придется научиться одному – принимать поражение.